Всем привет, с вами Мистер Про, и сегодня покажу модную кубку Боба для Майнкрафта PlayStation. После установки данного мода в нашем мире появляется настоящий кубку Боб, и в том числе его друзья. Что ж, приступим к примеру. Первым нашим мобом будет, это у нас сам кубка Боб, такой желтый кубка Боб, который обитает в океане. Да, он жил, и как там он мог разводить, если не ошибаюсь, костры, и что-то в этом роде он мог делать. Да, непонятно, как он мог делать это в океане. Ну, дальше у нас идет его лучший друг, это Патрик, да, такое розовое мерзкое чудовище. Но сейчас это такой чувак, который довольно сильно улыбается. Да, они вместе дружили, если не ошибаюсь. Вот, дальше у нас идет Кевидер, который доставал их, если я тоже не ошибаюсь. И он очень-очень мешал их дружбе. Да, такой зануда Кевидер, поэтому он у нас будет оставаться здесь. Дальше у нас идет Планктон, который все время пытался, если опять же не ошибаюсь, украсть формулу, то есть секретную форму приготовления красбургеров. Дальше идет Сэнди, которая была подружкой именно Спанч Боба, да, его была подружкой или, можно сказать, другом. Так, кстати, где Спанч Боб? А, вот он где. Да, уже спрятался, уже забился в угол. Что ж, дальше у нас идет. И последний моб, который идет, это у нас, так сказать, мистер Крабс. Да, вот так он выглядит довольно странно. Но почему-то здесь все эти мобы улыбаются. Привет, Губка Боб. Нет, не хочешь? Ну, как хочешь, не взорвайся. Как видите, лопатка. Это его лопатка, с помощью которой он жарил красбургера. И также секретная формула, которая должна, по идее, попадать с планктона. Если вы играли с этим модом на ПК, то с него попадает эта формула. Но здесь, к сожалению, такого не будет. Давайте я вам даже докажу. Сейчас мы пытаемся убить эту зеленое чудище, и ничего нам не дадут. Так. Да, прекрасно, он еще залез в текстуры, это вообще зашибенно. И я почему-то никак не могу стукнуть. Так. Ну, как вы слышите по звукам, это всего лишь заменено чешуйчатой, поэтому здесь ничего можно не ждать. Но, как видите, ничего не дропается. Но мод довольно забавный, поэтому его можно скачать и поиграть с ним. Что ж, привет, друзья. Ну, что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.